Ну а пока к другим темам дня. Едва ли не каждый день в Иркутске стали происходить аварии с маршрутками. Сегодняшнее утро не стало исключением. На фотографиях видно, пассажирский транспорт вылетел на обочину после того, как в микроавтобус врезалась иномарка. К счастью, в аварии никто не пострадал. Водители даже не вызывали инспекторов. Разобрались на месте. Разбирательства по другому ДТП с участием общественного транспорта сегодня проходили в областном суде. Решено изменить меру пресечения предполагаемому виновнику аварии, в которой один человек погиб и шестеро пострадали. Мужчина отправлен в СИЗО до 18 марта. Ранее он находился под домашним арестом, но, как стало известно, трижды нарушал режим и покидал жилище. Кроме того, есть опасения, что он вновь может сесть за руль в нетрезвом виде. Ведь в день ДТП он был пьян. Суд учел эти аргументы и удовлетворил апелляцию прокуратуры и жены погибшего о заключении мужчины под стражу.